Итак, ребят, мы только что приехали на Кремлевскую набережную. Сзади нас идет открытие елки. Очень прикольно придумали. Мы ждем, пока зажжется вот елочка сзади нас. Тут уже очень все красиво украсили. Сейчас будем гулять, снимать, показывать, что здесь новенькое поставили. Потом мы дойдем до дворца земледельцев. Там тоже очень красиво все украсили. Мы до сих пор ждем, когда засветится елка. Да. Она сейчас не горит и не горит. Ну. Я уже правда думаю, что она будет гореть только 31 числа. На самом деле, ребят, в этом году очень красивые украшения. Mm-hmm. Мы видели классные печенюшки, вот тут шарики красивые подсвечиваются. Вообще, в прошлом году была тематика СССР, и немножко другие украшения были. Вот. Mm-hmm. А сейчас уже все по-современному украсили. Вот еще хорошо, что у нас на набережной открылся Макдональдс. Да, yeah. Ребятушки, есть где покушать, где погреться. Потому что вот мы тут ходили, гуляли и немножко примерзли, потому что все равно возле воды прохладненько гулять, mm-hmm. хотя у нас на улице достаточно тепло. Всем скоро у нас начнутся морозы, а там уже и Новый год. Мы тут ходим, набираемся новогодним настроением, mm-hmm. чтобы классно отпраздновать Новый год. Как его встретишь, так его и проведешь. Так что всем желаем тоже хорошего настроения в Новом году. Зажгли елку. Мы как обычно все профукали. Да, мы профукали елочку, но она очень красивая. Ну, ребят, надо было здесь нам с Надей выступать. Мы пели какую-нибудь песню вот так. Да, зажгли бы эту сцену. Тем более сегодня тепло. Уже сразу такое новогоднее настроение праздничное. Все фотографируются на память, вот очень круто. Да, мы тоже поделали классные фоточки. Знаете, где их искать, в наших инстаграмах, они внизу. Пошли уже дальше гулять, хотим дойти до дворца земледельцев. Да, да. Так что пойдемте с нами. Let's go! Вот, ребят, мы дошли до дворца земледельцев. Здесь, кстати, в этом году сделали прям офигенно все вообще. Да. Смотрите, какие красивые деревья. Это только первая локация. Тут стоят еще елочки, которые тоже обмотали гирлянды. Блин, вообще так все круто сделали. И здесь еще елку поставили. Новогодняя вот. Такая прям сказка получилась. Что в прошлом году они что-то как-то не заморачивались. А тут прям в этом году решили проще все бабки потратить, походу, на это. Создать прекрасное настроение в этом новом году. Потихоньку у нас идет снежок. Тоже прям такая классная атмосфера. Идем мимо этих деревьев прекрасных. Да, очень красиво. Мы вообще обожаем такие украшения в виде гирлянды, потому что сюда смотрится очень красиво. Красиво, эффектно. Дорого-богато. Не нужно вообще ничего лишнего, просто гирлянду пустите вообще куда угодно, и будет вообще идеально. Ярко, красочно, красиво. Ребята, вот сзади нас наше знаменитое казанское дерево. Прям вот тут. Красиво, да, горит зеленым цветом. Вот, очень любим это место. Мне кажется, самое крутое в Казани. Неподалеку мечеть как раз-таки, Кул-Шариф. Вот, там тоже, кстати, все украсили. Вообще, куда ни плюнь, везде что-то сделали, что-то украсили. Такая вот ляпота красота. Все гуляют, наслаждаются хорошей погодой. Пацаны!
Мы засняли очень классные тиктоки. Так что переходите в наш профиль. Мы очень сильно стараемся снимать классные видосики. Люди что-то все набежали сюда. Куда мы, туда и они, видимо. Все начали фототься, смотреть. Тут тоже вот красивая елочка, смотрите. Надя покажет вам. Вон она сзади нас. Там типа как арка. Тоже очень круто сделать классные фотки. Стиль как будто Америки. Да, прям красиво все украсили. Merry Christmas style. Yeah. Хочется уже поскорее встретить Новый год, если честно. Потому что мы надеемся, что он будет в 10 раз лучше, чем все остальные. Вот. Надеемся, он будет лучше. Да. Он должен быть, он обязан просто. Да, да. От дворца земледельцев поднялись наверх к Кул-Шарифу. Вот так вот красиво украсились. Ой, ну все очень круто. Все тоже фотографируются здесь. Вот еще символ Казани. Вот. Тигр. Дети его окружили. Очень много семей гуляют здесь. По-моему, в прошлом году такого не было, либо мы просто не дошли до сюда в прошлом году. Вот, что не гуляли мы здесь. Что были заняты дипломом, учебой, да. Вот, некогда было. Но мы все равно гуляли. Так что можете посмотреть наши прошлогодние влоги. Прям всю Казань украсили, да. Очень красиво сделали. Так, ребят, вчера в пятницу у нас был корпоратив. Вот, очень весело мы там провели время. Вкусно поели, выпили, отпраздновали. Были всякие конкурсы. Нам понравилось. Даже лотереи поучаствовали, да. Потанцевали, отдохнули. Так сказать. Вообще, на самом деле, мы очень сильно любим так проводить выходные, куда-то выбираться, ходить гулять. Тем более, нам правда повезло с погодой. Да. Вот. Потому что мы целую неделю, то и дело, что работаем. Да. Такие вот мы трудоголики. Ну, тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. Сейчас мы направляемся в кафешку. Встали напротив входа Кул-Шарифа и сейчас покажем вам красоту еще одну. Так, ребята, мы только что приехали в торговый центр Мега, зашли уже в Бершку. Она, как обычно, радует нас музыкой. Смотрим здесь вещи. Тут очень много новенького появилось. Сейчас будем ходить, гулять, выбирать себе шмотки. Посмотрим, что можно для Нового года купить. Вот, обязательно в Икею сходим. Дистанция 1.5 метра от других посетителей на дезинфицирующая уборка. Ребятушки, мы пришли сюда за Берком, но, как обычно, набрали с ней. Да, увидели красивые брюки. Булочку взяли померить. Так, ребята, я нашла своих сородичей. Берем. Да. Все, что в леопарде, в тигре и в зебре, мы берем. Тут присмотрела себе сумочку. Под чехол. Бэйби. Бэйби. Блин, классно, кстати. Курточку еще. И сумку. Тут она хотела вещи другого цвета. Да, прикольный цвет. В Меге тут появилась такая локация новогодняя, очень красивая. Северное сияние. Да. Так что можете пофотаться, если хотите. Да, очень красиво. Купили себе в пломбире прикольненькие свитшоты. Уже обновочки пошли к Новому году. Итак, ребят, мы уже добрались до Икеи. Ура! Наконец-то. Отстояли очередь, вот. Очень много людей, как обычно. Сейчас будем смотреть всякие штучки-дрючки. Да, очень сильно хотим купить именно всякие стаканы, фужеры, что-нибудь такое. На праздничный стол в Новый год. Да, год тигра. Все в тиграх. Везде одни тигры. О, блин, прикольный. Я леопард? Да. Очень красивая елочка. Столько же подарков в Новый год хочу. Ребят, моя обстановочка. Красиво так украсили все к Новому году. Вер, помаши мне. Наша остановочка. Безалкогольные напитки. А, да? К сожалению. Ребят, мы все-таки рискнули, взяли себе вот этот вот пряный домик. Потому что в прошлом году мы его купили, и он у нас просто пролежал до мая. Да. Мы потом просто съели. Но было же невкусно в мае. Так что, если покупаете, кушайте сразу и делайте все сразу. Для поднятия настроения. Чтобы вот так вот выглядела яичница.
такая мини-сковородочка. Вон они, целая коллекция. В общем, ходим по Заре, хотим себе какие-нибудь кофточки поискать, наверное, как матрас. Очень тёплый. Тут именно вот такие вот всякие очень теплые вещи, прикольные. Наша любимая цена. 3000. Ребята, мы зашли только что в Зару, закупились уже в Икее. Это наш последний пункт назначения. И мы поедем уже в свой любимый Казанмол. Тоже надо зайти там в пару магазинов, мы еще туда уступаем. Вот, в общем, мы гуляли здесь, устали. Так что, ребят, погнали в Казанмол. Увидимся. Так, ребят, вот мы приехали в Ленту. Сейчас будем здесь гулять, закупаться все для Нового года. Наконец-то. Короче, всякие шарики, украшения на елку. Да, совсем скоро мы будем сами украшать елку. Мы уже купили, кстати, живую. Вот, в этом году у нас будет живая елка, ура! В общем, хотим, чтобы в этом году было все очень круто, классно, празднично. Потому что как встретишь Новый год, так и его, ребята, проведешь, мы это вот прям на себе ощутили, потому что этот год был очень сложным и. Да, хотим провести его очень хорошо. Такой тем более год тигра, да. Да. А следующий год наш, кстати, год кота и кролика. Выбираем такие светящиеся штучки. Чтобы было дорого, богато, красиво, здорово, прекрасно. Походу, кстати, только что-то такое. Да. Потому что только вот это есть в наличии. Зачем мы взяли вот такого Деда Мороза? Давно хотели, как шарик такой новогодний. Чтобы снежочек так там падал. Очень хорошо. Вещь? Да, он на батарейках. Ну, сейчас он выключен, но очень здорово выглядит. Ребят, смотрите, сколько здесь всего интересного. Всякие разные игрушки. Такая вот машинка. Здесь очень много всяких разных новогодних игрушек. Мы уже парочку себе взяли. Еще гирлянду хотим себе посмотреть. Тут тоже очень много выбора. Вообще никогда в Ленте раньше не отоваривались, но, слава богу, она появилась рядом с нашим домом. И теперь у нас есть хорошая возможность. Сюда ходим, сюда. Цены не кусаются. Это зелененькая, прикольненькая. Угу. Смотрите, всякие шапочки, всякие ушки. Галстуки даже есть новогодние. О май гад. Короче, прикольная штука. Что понравилось, Вер? Будешь зайцем? Ты заяц года? Я в чем-то оленя, наверное, купила. Ребят, это мы на работе. Такой забавный вообще. Ой, моя хорошенькая. Ну, его возьмем. Давай.